В Алданском районе несколько школьниц ежегодно становятся мамами, и решение рожать принимают не все. В 2015 году зарегистрировали 15 родов и 3 аборта. В 2016 – 6 родов и 1 прерывание. В этом году мамами стали 3 девочек, аборт сделала 8-классница. Вместе с тем в районе повышается количество прерванных беременностей среди взрослых женщин и девушек. Каково соотношение численности родов и абортов, расскажут наши корреспонденты. Прерванную жизнь не воссоздать. Ежегодно несколько сотен жительниц Алданского района принимают страшное решение о прерывании беременности. В операционной гинекологического отделения работа находится всегда. Если в 2014 году каждая шестая женщина, то есть на каждые шестые роды приходился один аборт, то в 2016 году на каждые третьи роды приходится один аборт. Аборт таит для женщины множество опасностей – от воспалительных процессов и гормональных нарушений до бесплодия и онкологии. В основном на прерывание решаются женщины от 24 до 36 лет. Аргументы в пользу аборта в каждом случае разные. Причина нежелательной беременности одна. Ну, в основном это не использование контрацепции, то есть предохранение от нежеланной беременности. Беременность нужно планировать. Если же происходит то, чего женщина не ожидает и не хочет, то вопрос, идти ли на аборт, должен звучать по-иному. Убивать ли ребенка? На 4-й неделе беременности уже у ребеночка уже развит желудочно-кишечный тракт, то есть у него уже сформировался желудок. К 5-й неделе уже формируется сердечно-сосудистая система, то есть у маленького эмбриончика, до 8 недель считается эмбрион, у маленького эмбриончика уже бьется сердечко. Большую просветительскую работу, нацеленную как на профилактику абортов, так и на предупреждение ранней беременности, врачи проводят в учебных заведениях. В Алданском медицинском колледже преподаватели планомерно формируют у студенток, будущих медработников и матерей, отрицательное отношение к прерыванию беременности. Мини-аборт и традиционный аборт – это все равно убийство. Что стоит за этим словом «аборт»? Это непосредственно смерть одного человека, либо двух – ребенка и матери. Численность абортов превышает количество родившихся. Это следовало из доклада главврача Алданской больницы на заседании коллегии Министерства здравоохранения Республики. Если хотя бы каждую пятую женщину удастся убедить оставить ребенка, естественный прирост станет положительным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.